Пенсионный фонд начал выпускать свидетельство об обязательном страховании нового образца. СНИЛСы теперь будут оформлены не в зеленом цвете, как было раньше, а в небесно-голубом. Это не просто случайный выбор. Дело в том, что изменилась степень защиты данного документа. Появилась такая голубоватая снежинка, которая увеличила степень защиты данного документа. Его теперь практически невозможно подделать. Кроме того, если раньше получать новое пенсионное нужно было при смене имени, фамилии или пола, то сейчас это придется делать в случае изменения любых анкетных данных. Сотрудники пенсионного фонда подчеркивают, обладателям действующих свидетельств менять СНИЛС на новый не обязательно.